Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Мы вчера съездили в лес, набрали грибов, свинушек. И эти свинушки хотим замариновать. Итак, мы их ночь вымочили. Они у нас перебрали их, вымочили. Потом сегодня на 3 раза промыли. Они у нас чистенькие, вот такие вот чистенькие грибочки. Где меленькие, где покрупнее, ну, красивенькие такие. Все говорят, что они как бы несъедобные, накапливают всякие радионуклиды. Да. Но наши бабушки, наши предки все их готовили и все варили. Так что начинаем мы их варить. Включаем конфорку и начинаем их варить. Затем, когда вода закипит, мы снимаем пену и варим 20 минут. Ну вот так грибочки наши покипели 20 минут. Сейчас мы сольем воду и нальем следующей чистой воды. Вот мы промыли наши грибочки до чистой воды. 4 раза промыли, чтобы они чистенькие были. И сейчас мы зальем их чистой водой еще раз. И поставим снова кипятить. Кипятить на минут 15. Пока наши грибы закипают, мы приготовим баночки. Перед этим мы баночки простерилизовали. На дно баночек укладываем зонтики укропа. Вот так тут кидаем маленько семян кориандра. Затем на литр рассола мы ложим 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Затем несколько лавровых листиков. Ну, на баночку где-то, чтобы штучки 2 попадало, где 3. Несколько горошин перца душистого и несколько горошин черного перца. И на каждую баночку мы по дольке чеснока режем на дно. Итак, наши грибочки прокипели. Второй раз сливаем воду. Ну вот слили мы воду. Такие у нас грибочки получились. Мы их 2 раза отварили, промыли. Сейчас мы поставили готовиться рассол. Вкинули туда 3 зубчика чеснока. И потом сыпем лавровый лист, перец горошком, 3 гвоздички, соль, сахар по 2 столовые ложки. И еще добавим вот этот зонтик укропа в сам рассол. Хотя у нас мы потом его вытащим, а в баночках у нас по зонтику укропа уже лежит. И добавим 80 миллилитров 9% уксуса с помощью вот такого мерного стаканчика. У нас мерный стаканчик, 80 миллилитров нальем и 9% уксуса и добавим в рассол. Сейчас даем покипеть 10 минут и будем раскладывать по баночкам. Перед тем как, ну, где-нибудь пройдет 8 минут, вольем 80 миллиграмм 9% уксуса. И будем раскладывать по баночкам и закатывать. И вот такие баночки у нас получились. Такие грибочки. 3 баночки. Сейчас мы их укутаем. И они будут стоять кверху дном до полного остывания. Ну а всем, кому было полезно или понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока. До новых встреч!